Сегодня, после божественной литургии, пока юные казачата тренировались на занятии военно-патриотической секции, казаки собрались на очередной сход на казачьем хуторке храма Рождества Христова. На сборе активные казаки общины были награждены грамотами от атамана Екатеринодарского районного казачьего общества за выдержку, профессионализм и безупречную службу. Как говорится, во славу Божию процветание казачества и нашего Екатеринодарского районного казачьего общества. Если казак избирает своего вождя Христа, то какой бы ни был атаман, Христос вечный. И мы будем служить Христу и молиться за хорошего атамана.